Готовы ли власти в Дагестане делиться информацией со СМИ? Об этом на совещании с журналистами говорили руководители пресс-служб, ведомств и министерств республики. Отметили, что не всегда удается получить нужный комментарий от чиновников или же запрашиваемую информацию. Таких случаев быть не должно, и ответственность за это ложится именно на пресс-службы. Важно работать и над сайтами. Постоянно обновляемая информация – показатель качественной работы. Особое внимание уделили тому, как усилить взаимодействие служб и журналистов. От этого напрямую зависит достоверность и оперативность информации, которую получает дагестанский зритель и читатель. Ваша задача сделать эти новости понятными каждому человеку, чтобы это не были тексты, сугубо такие профессиональные, чтобы это были видео и фотодокументы, которые говорят, что работа ведется. Политика министерства любого, на мой взгляд, это создание информповодов, качественных, понятных, легко транслируемых, которые можно смело выставлять не только на наших ресурсах, но и на федеральных ресурсах.